Сильное самоедство, самобичевание. Грех? Конечно. И зачем оно? Оно ни к чему хорошему не приведет. И оно скорее от гордыни на самом деле происходит. Самоедство и самобичевание. Потому что человек в корне, знаете, как он говорит так, что ну ладно там, вот этому человеку, этому человеку, этому, это ладно. Им-то можно эти грехи простить, но мне нельзя, потому что я нечто великое, поэтому мне за эти грехи нужно вот самобичевать себя, казнить, корить. То есть человек вот свою яколку здесь выставляет на первое место, но этого не замечает. Он-то думает, потому что это имеет вид покаяния, имеет вид смирения. На самом деле там некая гордыня присутствует, потому что человек себя простить не может. Ну как меня, такого хорошего, великого, можно простить? Ну, сами понимаете. Вот основа самобичевания. Понимаете? Она гордынкой попахивает. Поэтому ничего хорошего там нет абсолютно.